Если ты проиграешь, ты потеряешь 468 тысяч и вернешься к 32 тысячам долларов. Итак, он здесь. Вопрос на 1 миллион долларов, и перед нами один из тех участников, которому довелось достигнуть 500 тысяч долларов на нашем шоу. Итак, если вы готовы, пошли за миллионом. Какой из следующих президентов США участвовал в телевизионном сериале «Хохмы»? Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джимми Картер, Джеральд Форд. Я могу позвонить своим родителям? Используй подсказку звонок. Друг, конечно, как их зовут? Моего отца, я поговорю с отцом. Том, его зовут Том. Окей, Том. Хорошо. Я прошу компьютер позвонить Тому. Я надеюсь, он поможет тебе. Алло, Том? Да. Привет, это Рэйчел Филбери из «Кто хочет стать миллионером». Привет. Перед нами ваш сын Джон. Прямо сейчас... Он идет довольно хорошо. Отлично! Он дошел до полмиллиона долларов. И сейчас он на пути к миллиону. И ему нужна ваша помощь, чтобы получить его. Сейчас он на линии прочитает вопрос, 4 возможных ответа, один из которых правильный. И следующий голос будет голос Джона. Джон, у тебя 30 секунд. Начали. Привет, пап. Привет! На самом деле мне не нужна твоя помощь. Я просто хотел сказать, что выиграл миллион долларов. Потому что президент, появившийся в сериале «Хохмы», Ричард Никсон. Это мой окончательный ответ. Что ж, мой бог. Что я могу сказать, кроме как «Дебби, вы едете в Париж, и этот окончательный ответ услышали во всем мире». Он выиграл 1 миллион долларов.